Так, сейчас я пойду в магазин, а потом доеду до бабушки. Скорее всего, я вернусь. Но это вообще не точно. Короче, Хрюша! Ты за главную. Приберитесь тут, а то только мусорите. Короче, я пошла. Так, проблемы чё? Настя! Надо убраться! Уйди! Не видишь, я занят! Ай. Уберись, я сказала! Да-да-да-да, я всё уберу, я всё уберу. Кто разбросал эти чёртовы игрушки? Прости меня, мамочка, это я разбросала. Ой, дедитка. Ой, ничего страшного, мамочке совсем не больно. Золото мое. Эй, ты, черножопый! Чтобы все тут убрал! Не я их разбросал. Мне пофиг, чтобы все было убрано, понял? Ага, сейчас. Почему нельзя все с первого раза понимать? Типил. Встаем! Ага, семью нашу объедаем. Это не то, что ты подумала. А что я должна была подумать? То, что ты ешь собачью еду? Признаюсь честно, я тоже ее ем. А ну же, во всем убери! Интересно, что это за штука такая?